Образовательный семинар «Профессиональная деятельность депутата» прошел в Красногорске. В обучении от высшей партийной школы принял участие депутатский корпус «Единой России» Московской области. В ходе семинара федеральные эксперты проанализировали механизмы участия депутатов-единороссов в избирательных кампаниях разного уровня. Обсудили вопрос необходимости всестороннего освещения их деятельности в социальных сетях. О работе с инициативами и предложениями людей, о депутатском и общественном контроле участникам семинара рассказал секретарь областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов.